Всем добрый вечер. Вот приехала в деревню на это классное поле. Посмотрите, какая красота. Легкий такой ветерок. Эти пушистики. Вот эта травушка-муравушка такая обалденная-обалденная. Милашная-милашная. Вот какая прелесть. Какая прелесть. Люди, посмотрите. Ой, вот так вот метелочки эти. Посмотрите, какую красоту я снимаю. Вот это так в деревне. Деревенька, колхозница. Деревня моя, деревенька, колхозница. Вот так вот песня такая есть. А в эту деревню приехал один мальчик. Зовут его Иван. Приехал из Минска. И он мне помогал вишни рвать. Вот. Ну, сниматься будем? Нет. А ты беги вперед, и тебя не видно будет. Не надо? Ну давай на один разочек спину. Сфотографирую ноги твои. Куда ты меня бежать? Ваня хороший пацан. Почему? Ты классный такой, ты мне так понравился вообще. Ты классный. Ну давай вот так вот беги вперед. Не будешь? Ну все тогда. Идем снимать, значит. В общем так, вот этот мальчик Иван, ему сколько лет? 6? Ага. 6 лет, в школу пойдешь скоро. Ага. Вот, я ему сделала моднячую стрижку. Вот. Давай посмотрим, какая стрижка. Так, повернись. Очень хорошо. Угу. Нормально. Все, чтобы не жарко было. А теперь беги вперед. Стрижка супер. Да, стрижка супер, ну хорошо. Главное, чтобы тебе нравилось. Ну что, что еще скажем мы? Мы идем посмотреть, какой у бабушки огород. Что там выросло? Беги вперед, и я так, вот так. Давай. Ой, молодец. Такой мальчик, это все. И вишни мне помогает срывать. И такие вопросы очень интересные задает. Очень интересный мальчишка. Не зря в столице живет. Да, в Бресте таких нету. Нету. А тут и... Да? Ну, бывает. Ну что ты падаешь? Вот так. И вот этот Иван, вот такое красивое имя. Я ему говорила, что я Ивановна, и это мое любимое имя. Вот. И он, этот мальчишка, помогает бабушкам здесь вовсю. И курочек ищет, и кормит, и яйца собирает. Ну вообще. И что еще ты собираешь? В лес ходишь? Грибы, ягоды, да? Да вообще. Ребенок молодец. Да? По имени Чертенок. Смотри, а вот это арбузы у бабушки. Только да? Не сладкие еще. Ну да, они еще не очень. Ну, короче, ты очень деловой мальчик. С тебя, наверное, вырастет хороший руководитель, я думаю. Да только почти прелесть. Да? А мне желтые не нравятся. Давай зеленые посмотрим. Самый маленький, я не хочу большой. Почему? Я понесу. Ты понесешь? Ну вот видели вы. Ну вот какой, ну просто мужчина растет, настоящий мужчина. Я говорю, большой не понесу, а он понесет. Ну вот вам, пожалуйста. Какое воспитание у ребенка. Ну вот, на этом мы остановим репортаж из деревни. Да, Иван? Хорошо, все. И отправим видео кому? Твоим родителям. Ну нет. Что, не надо? В Ютуб. В Ютуб, отправим в Ютуб. Все, всем машу рукой. Всем пока. Всем привет. Приезжайте в деревню. Ну скажи что-нибудь. Поняла, лечится. Да? Жабинка. Жабинковский район, да? Хорошо. Умничка, приглашаешь красиво. Стоп, кадр.